шикарнейшие мотоциклы тут стоят на аллее в Архипке. Покажи вот так, чтобы вы поняли, что это Архипка. Пока их нету, воспользуюсь моментом, да? Вот еще двое уехали, а? Да не, я видео. Вот это белая Honda. Это такой же, как и тот белый, два одинаковых. Тут еще два были, они уехали. Вот этот Харли Дэвидсон. Белые посимпатичнее. Стой, вот так назад сделай. Этот черный тоже шикарный. Не знаю, как... С какого ракурса снять, чтобы было хорошо прям видно. Что-то они не так встали, как надо. Чтобы я хорошо снял. Вот так надо было по одному стоять. А вон Харлик. Слышишь? Вон тот Харлей. Вот этот третий. А, да? Да? Это вообще такой простенький старый модель, но, бля, красавчик. Марка Харлей. Это чоппер, мне чопперы вообще нравятся. Вот такие громоздкие. Слышишь, чопперы? Что за слова такие, говоришь, которые я первый раз есть слышу? Есть чопперы, есть, вот смотри. А ну давай расскажи. Вот этот я не помню, как называется. Это, короче, корабль, блин, вот он. Крейсер такой, чисто. Это Honda. Кайфуешь, вот большие. А то чоппер. Чоппер это вот они такие, колеса задние, больше вот даже. Ну давай поумничай. Да не, классно. Да ну не рассказывай, не поднимешь. Смотри, какой шикарный большой. Это чисто для фотографии Honda. Да ну. Вот это твой чоппер? Да, да. Есть еще меньше чоппер, этот такой, конечно, трассовый, блядь, но это вот именно чоппер. Блин, тут стена назад отойти. Чоппер, это вот одно сиденье такое, чисто ты, блядь, эгоист такой, едешь на нем. Да ну на вот этом белом по кайфу ездить. Этот мне, блядь, вообще охуенно нравится. Большой чоппер, да? Не, это я забыл, как называют. Типа, короче, крестик, блядь, шоссейный, трасса, блядь. Вот этот черный тоже красивый. Посмотри, спицы, блядь. Толстые? Ну да. Утку видел в шлеме? С этой стороны. Утка в шлеме. Вон. Юмористы, да? Слышь, моя фура маленькая на фоне них. Ты
Говорю, моя фура вон маленькая. Еще немножко набережную сниму, чтобы не говорили, что это не Архипов Осиповка. Вон аниматор.